Самые актуальные новости вторника в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хабер-Лер». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек остается председателем Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Международный день толерантности отметит полуостров. Симферопольской школе подарили телевизор. О самых интересных событиях расскажут наши корреспонденты. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева. Речь идет о получении взятки в 2 миллиона долларов. Как стало известно, уголовное дело в отношении министра связано со сделкой «Роснефть» по покупке государственного пакета акций нефтяной компании «Башнефть». Сейчас следователи готовятся предъявить Улюкаеву официальное обвинение, после чего обратятся в суд с ходатайством об аресте министра. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что против Улюкаева выдвинуто очень серьезное обвинение, которое требует серьезных доказательств. США ввели санкции по Украине против шестерых депутатов Госдумы от Крыма. В список включены Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов, Дмитрий Белик, сообщил Минфин в релизе. В списке санкций уже были депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Михаил Шеремет. Действия тесно скоординированы с Европейским Союзом, подчеркивая силу партнерства США и ЕС в оказании давления на Россию в отношении безопасности и суверенитета Украины, заявил исполняющий обязанности директора Офиса по контролю за иностранными активами в Минфине Джон Смит. Санкции против депутатов означают, что все их активы и счета, которые США смогут обнаружить в своей юрисдикции, будут заморожены, а американцам и американским компаниям запретят иметь с ними дело. Ранее аналогичные санкции против депутатов Госдумы от Крыма ввел Совет Европейского Союза. Введение санкций США против крымских депутатов – это слезы бессильной злобы уходящей администрации Обамы. Фактически, американское руководство решило таким образом подмочить репутацию Дональду Трампу. Чтобы став президентом, он был вынужден продолжать санкционную политику. В американском истеблишменте прекрасно понимают, что крымские депутаты не собираются посещать ни Соединенные Штаты Америки, ни Европу. И эти санкции так, всего лишь роспись на бумаге. И тем не менее, ярость демократов от проигранных выборов – это стремление любыми способами подмочить репутацию новой президентской команде. Надеясь на то, что российское руководство начнет ставить им это в вину. И все же американские демократы до сих пор не поняли, что все эти мелкие пакости не испортят больших надежд на восстановление добрых отношений между США и Россией. В должности заместителя председателя Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Совете министров Республики Крым оставляют депутата Государственной Думы Российской Федерации Руслана Бальбека. Об этом стало известно в ходе заседания с главой республики Сергеем Аксеновым. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Открывая заседание, Сергей Аксенов подчеркнул, что от того, насколько теплые и дружественные межнациональные отношения выстраиваются в республике, зависят возможности, связанные с развитием региона. Огромное спасибо всем, без исключения нашим духовным лидерам, поскольку без них бы этот процесс организовать бы на достаточно высоком уровне не получилось бы. Ну и, конечно, в результате такой работы мы доказали необходимость и эффективность существования нашего межнационального и межконфессионального совета. При этом Сергей Аксенов обозначил задачи, которые стоят перед Советом министров и республиканским правительством. В частности, приоритетом является культурное и духовное развитие всех народов, проживающих на территории Республики Крым. В ходе своего выступления председатель Госкомнаца Заур Смирнов озвучил ряд предложений, которые были поддержаны на заседании. Так было принято решение оставить в должности заместителя председателя Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Совете министров Республики Крым депутата Госдумы Российской Федерации Руслана Бальбека. Также заместителем председателя Совета стал председатель общественной организации «Региональная немецкая национально-культурная автономия Республики Крым» Юрий Гемпель. Таким образом, у нас получится 4 заместителя. Это Руслан Исмаилович Бальбек, Арина Вадимовна Новосельская, ваш покорный слуга Смирнов и Юрий Константинович Гемпель. И я думаю, что такой состав нам позволит дальше плодотворно работать, сохранять полностью межнациональные отношения на справедливом уровне, при этом обеспечивать как бы прозрачную работу и со стороны общественности, и со стороны законодательных органов власти, ну и исполнителей. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Скендер Белялов сообщил, что на встрече с главой государства Владимир Путин отметил, что общественные организации занимают важную роль в развитии социума. Президентом было сказано, что общественные организации очень большую роль играют в жизни страны. И был поставлен пред президентом вопрос –
о материальной поддержке. Он тоже пообещал и сказал, что этот вопрос обязательно будет обсуждаться, и обязательно, кроме грантовых таких поддержек, будут какие-то поддержки для общественных организаций, для национальных культурных автономий. Как отметил глава республики, в результате проделанной работы была доказана необходимость и эффективность существования нашего совета. Напомним, сфера межнациональных отношений на полуострове находится на личном контроле Сергея Аксенова. Абдулла Аджасман, Руслан Хохлов, Асан Абибулаев, телеканал «Милет». Необходимо осторожно подходить к вопросу возможного признания Крыма, но де-факто это территория Российской Федерации, заявил избранный президент Молдавии Игорь Дадон. Думаю, что при принятии этого решения нужно исходить из того, что у нас есть проблемы с Приднестровьем. Поэтому нужно очень внимательно подходить к этому вопросу и не делать каких-то серьезных шагов, чтобы мы не потеряли Приднестровье. Второй тур президентских выборов прошел в Молдавии 13 ноября. По предварительным данным ЦИК, победу в нем одержал лидер партии социалистов Игорь Дадон, набрав 52% голосов. Его конкурент, глава партии «Действия и солидарность» Майя Санду, набрала 47%. Крым де-факто российский. Вот так оно. Юридически оно не было до сегодняшнего дня признана Западом. Но ситуация такова. И с этим вот кому-то не нравятся такие заявления. Но можно прятаться за, не знаю, за ладонями и говорить, что Крым украинский. Ну, де-факто же он российский. Поэтому ситуация такова. И это нужно говорить честно, открыто. И нечего здесь бояться. В Симферопольском городском совете состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию создания Симферопольской городской общественной организации инвалидов войны, вооруженных сил и участников боевых действий. Подробнее в следующем сюжете. В начале собрания было отмечено, что на данный момент организация, в состав которой входят более 1500 человек, объединяет инвалидов Великой Отечественной войны, локальных войн, вооруженных сил и вдов инвалидов войны. В мероприятии приняли участие председатель Комитета Государственного совета Крыма, заместители председателя Симферопольского городского совета и главы городской администрации, участники боевых действий, а также ветераны Великой Отечественной войны и ветераны-афганцы. Они всегда были и остаются нравственным ориентиром как для нашего, так и для совсем юного поколения крымчан, сказал Александр Шувалов. Очень было приятно в пятницу, когда я проводил комитет и поступили наградные листы. Мы прям со всеми членами комитета с удовольствием голосовали за то, чтобы вручить награды именно сегодня на этом мероприятии, на 25-летие вашей организации. Еще раз хотелось бы поблагодарить за ваш труд, за вашу гражданскую позицию. Передать слова благодарности от Владимира Андреевича Константинова, от Сергея Валерьевича Аксенова и от всех депутатов Государственного совета. Более 20 человек услышали слова благодарности за огромную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и получили почетные грамоты и благодарности. Я как заместитель главы администрации, курирующий социальную направленность, готов всегда идти навстречу, максимально всякие вопросы возникают у организации, у членов организации, готовы совместно их решать. Поздравляю всех с праздником. Всего наилучшего. Айше Куртмаметова уже 12 лет работает в данной организации. Рассказывает, на вакансию кассира ее направили с центра занятости. Со временем ее карьерный рост стремительно вырос. Теперь она является главным бухгалтером организации не только по городу Симферополь, но и по всему Крыму. Все это время помогаю инвалидам нашей организации, чтобы она как бы процветала. Хочется, конечно, чтобы в дальнейшем больше внимания нам оказывали и материально, и в бюджетном плане, чтобы было просто внимание. Они ничего не хотят, как бы финансово все ветераны, инвалиды обеспечены, просто чтобы мы могли прийти их проведать. Не с пустыми руками. Член Симферопольской городской организации инвалидов войны, вооруженных сил и участников боевых действий Рашид Мамедов также был отмечен благодарностью за активное участие в патриотическом воспитании молодежи Крыма. Воспитание молодежи – это одно из главных основ. Чувство патриотизма у каждого ребенка, в каждой семье здравомыслящей должно начинаться вот с самых малых лет. Нужно любить свою родину, нужно уважать старших. И относиться вообще к людям с добротой. Я думаю, что это самое главное. Я хочу поздравить с 25-летием этой организации. Патриотизм, он нужен каждому народу и особенно нашей дружной многонациональной стране
России. Ветераны, в свою очередь, поблагодарили представителей республиканской и городской власти за постоянную помощь и внимание. Фадимей Сейтмамут, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет». Около 6 тысяч человек принимают участие в массовых акциях протеста в центре Киева, сообщает Главное управление национальной полиции Украины. Ранее полиция заявила, что перейдет на усиленный режим работы в связи с проведением массовых акций в центре украинской столицы. Митингующие у здания Нацбанка выступают за отставку его главы Валерии Гонтаревой. Участники акции у парламента Украины требуют вернуть им вклады из обанкротившихся банков в Михайловский, Дельтабанк и Вабанк. Митингующие также выступают за снижение тарифов на коммунальные услуги. Завтра во всем мире отметят Международный день толерантности. В связи с этим опыт мирового добрососедства и взаимопомощи народов нашей страны обсудили сегодня представители традиционных религий и эксперты в ходе видеомоста «Москва-Симферополь». Подробности в следующем сюжете. Все участники видеомоста говорили о едином, о том, что нужно быть вместе, несмотря на вероисповедание и национальную принадлежность. Сегодня нет противостояния между конфессиями, как такового в мире, вообще его нет, я считаю. Есть противостояние между неверием и верой. Христиане и мусульмане, мы союзники, и объединив наши усилия в борьбе против неверия, против засилия светскости и секуляризма в нашем обществе, которое хочет выдавить все религиозное, мы, наоборот, становимся союзниками. Была отмечена тенденция, когда представители разных конфессий помогают друг другу в строительстве мечетей и церквей. Протоиерей Максим отметил, что после появления в Белогорске мечети Рифата Велиулы со стороны активного прихожанина мечети Ресуля Велиулаева на благоустройство церкви было пожертвовано 500 000 рублей. Именно такие поступки явно показывают толерантное отношение к соседям. Добрый человек, мусульманин, да, то есть принял вот такой добрый шаг. И хочу сказать, с огромной благодарностью, да, то есть с огромным вниманием, уважением наши прихожане отзывались вот об этом шаге. Да. И вы знаете, вот это вот, когда мы друг другу помогаем в том, чтобы созидать духовность, и это не только слова, вот когда мы друг о друге вот так узнаем, да, когда мы действительно открыты к этому диалогу и готовы чем-то поделиться, материально в частности тоже, да, то есть это как раз залог нашей дружбы в будущем. Толерантность – нетерпение, а взаимоуважение – прав соседа. Для жителей Крыма, где проживают бок о бок более 175 национальностей, важно быть толерантным человеком и с уважением относиться к истории, культуре и праздникам народов, проживающих рядом. Считают ли крымчане себя толерантными, мы узнали у жителей и гостей Симферополя. Отношусь хорошо. У каждого народа есть свои праздники, свои традиции, своя культура, так же, как и у нас. Холла-холла. Если бы толерантность, то Крыму давно был кипел бы казан, а он не кипит, потому что мы любим друг друга. И каждый человек желает то, что хорошее себе желает, он другим желает. Поэтому будет мир и покой. Еще со школы воспитывали в толерантном понимании этого слова, то есть что народы должны дружить. Нас просто очень много здесь, разные мы все. Допустим, у меня, допустим, Пасха, там, у крымских татар свой есть национальный праздник. То есть это надо с уважением относиться. Я считаю, что толерантность на государственном уровне у нас довольно высокая. И я уважаю чужие праздники, но все-таки людям в душе, в сердце нужно работать над терпимостью и детям с малых лет объяснять, то, что есть чужие народы, их нужно уважать. Бахчисарай был день греческой культуры, библиотеки центральной, библиотеки Пушкина. И там присутствовали не только греки, не только россияне, там были и татары. Там было очень много национальных представителей разных культур, которые проживают на территории Бахчисарая. Поэтому, я думаю, это само за себя говорит, что мы все-таки толерантны. Крым на своем опыте показывает межнациональный мир и согласие народов. Ведь на гербе Крыма написано «Процветание в единстве». И это является главным девизом крымчан. София Шукурова, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет». В адрес крымской власти начали поступать благодарности от жителей Геническо-Херсонской области Украины за поставку газа и тепло в домах. Пользователи социальных сетей размещают на своих страницах граффити со словами благодарности в адрес президента Российской Федерации и крымской власти. В субботу президент России Владимир Путин во время встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым в Ярославле поручил обеспечить поставки газа в Генический и Генический район Херсонской области Украины в ответ на обращение местных жителей, поступившее властям Крыма. В тот же день подача газа на Украину была организована, сообщили крымские власти. При этом украинская сторона опровергла данную информацию, заявив, что Геническ снабжается газом, добытым на Арабатской стрелке. Утро в Симферопольской школе номер 42 имени Ишрефа Шемизаде началось с радостного события. Плазменный телевизор подарил сегодня школе предприниматель Ибраим Ширин. Теперь каменские школьники будут в курсе всех новостей.
Воспитанники и администрация школы номер 42 имени Эшрефа Шамизаде сегодня получили подарок – широкоформатный телевизор от молодого предпринимателя Ибраима Ширина. Большой радостью и гордостью, что из Кыргызстанская школа хочу вам подарить от сердца и от моей семьи телевизор, как информационную доску, чтобы дети видели на нем расписание, видели новости школы, чтобы вы, как настоящий руководитель школы, человек новой формации абсолютно, технологически образованный, детей вели в светлое будущее. Коллектив школы и дети с радостью приняли подарок и поблагодарили предпринимателя. Мы рады, что нам подарили телевизор. Теперь мы можем смотреть все школьные новости. В школе имени Эшрефа Шамизаде воспитывается 1020 учеников. По словам директора школы Велена Джамалетдинова, теперь каждый из них будет информирован последними новостями своего образовательного учреждения. А также Веленбей отметил, что это хорошее начинание и подобная помощь частного бизнеса как нельзя кстати. Мы очень рады тому, что в Крыму есть предприниматели, которые способствуют развитию детей, развитию школ. Это яркий пример того, что значит быть настоящим патриотом своей страны, своего города. Сегодня важно творить добро и помогать тем, кто так в этом нуждается. Когда ты уже понимаешь, что ты состоялся как человек, хочешь сделать полезное обществу, полезное Крыму, полезное родине, полезное своему народу, полезное всем крымчанам. И понимаю, что это ответственный шаг, что я готов дальше идти в этом направлении. Диляра Шевкетова, Айдем Исмаилов, телеканал «Миллет». Наши крымские поэтессы-современницы, студенты Крымского инженерно-педагогического университета приняли участие в литературно-поэтическом вечере «Женщина нашего времени», который был организован при содействии Крымской региональной общественной организации Крымско-Татарский национальный центр «Алем Инисван», редакция журнала «Арзы» и научно-технической библиотеки «КИПУ». «И луковица, что лишь воду пьет, родит для нас тюльпан прекрасный». Этими строками поэтесса времен Крымского ханства Лилия Бикеч открыла литературный вечер одна из организаторов мероприятия, главный редактор журнала «Арзе» Лентара Халилова. Она считает, что именно эта поэтесса положила начало поэзии еще в далеком 1600 году, так как она была единственной женщиной, которая соревновалась в конкурсе, где зачастую участвовали лишь мужчины. Почему вошло все-таки это стихотворение, почему вошло, оно стало известно, дошло на наши дни, потому что глубина ее мысли поэтической, вот эта точность языка, она настолько ошеломила тогда присутствующих на этом мероприятии, что именно это мероприятие и эти стихи запомнились и дошли до наших дней. Перевел эти стихи Нузет Умеров, и благодаря этому мы сейчас можем это поэтическое наследие с ним быть знакомы. Известная крымско-татарская поэтесса, автор 9 сборников Альяна Усманова, прочла свои лирические стихи о любви, тем самым затронула самые светлые чувства в сердцах всех присутствующих. А лауреат международных конкурсов Нилюфер Халилова сочинила красивую мелодию на стихи Альяна Ханум о Крыме. Студентка КИПУ Сусана Максутова исполнила песню «Алтын Юзык», а Анна Андреева поразила всех знанием крымско-татарского языка и исполнением народной песни. Член Международного сообщества писательских союзов Межнационального союза писателей Крыма Венера Рябчикова, автор 2 сборников, порадовала всех чтением новых лунных циклов «Трехстиший». Не надо говорить, что рву сердце на части. Не надо говорить, что ты в чувствах не властен. Не надо говорить, что даруешь мне счастье. Ведь раньше мне подарить обещали звезды. В завершении мероприятия выступила руководитель Центра обучения иностранным языкам Лардан Ленифер Мамбетова. По итогам 2014 года наша соотечественница оказалась победительницей 3-го международного открытого Центрально-Азиатского литературного фестиваля и книжного форума, организованного британским издательским домом Hertfordshire Press. Ленифер Ханум посвятила стихи светлой памяти своих родителей Изета и Максуде. Память о них, она всегда в моем сердце, поскольку стихи писались исключительно на памяти. На память о том, о чем они мне рассказывали в детстве. Все это проникло в мое сердце, понимаете? Это боль. Они ушли, а осталась боль. Вот. И эта боль
Ведь она отдала такой импульс к написанию стихотворения. Организаторы уверены, что поэтесса-современница – это достояние не только нашего народа, но и всей страны. Научно-техническая библиотека проводит такие мероприятия, как литературно-поэтические вечера, чтобы познакомить наших студентов с творчеством как и современных писателей, так и классиков. И сегодня вот прошел такой литературно-поэтический вечер. Также у нас цель – популяризация крымско-татарской литературы. И благодаря таким мероприятиям нить между поколениями сохраняется. Наша крымско-татарская культура и традиции останутся в памяти у читателей, а это самое главное. Сабрия Халиляева, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». На этом наш выпуск завершается. Команда наших корреспондентов продолжает следить за новостями, так что оставайтесь с нами и будьте в курсе последних событий. До встречи! We'll be right back.